Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ, в студии Леман Раймбеков и сурдоперевод Марата Жумабекова. Резонансный случай. Почти 3 года без света прожили сразу несколько семей в селе Шонже Уйгурского района. Рядом с населенным пунктом отвели 80 гектаров под строительство 320 домов. 150 из них уже готовы и даже заселены. Всю необходимую инфраструктуру подвели к аулу. Но, как оказалось, не досчитались одного трансформатора. Точнее, из 9 установленных электроустройств один магическим образом исчез. Как выяснилось, по поручению властей района, один трансформатор, предназначенный для населения, был незаконно демонтирован и отдан в пользу владельцев теплицы Паттайя. Как итог, целая улица на несколько лет осталась без электричества. Людям приходилось искать альтернативные варианты подключения к источнику энергии. В связи с этим на акима района поступило сразу несколько жалоб. Дело рассматривает дисциплинарный совет по этике по Алматинской области. Несколько домов остались без трансформатора. Они были вынуждены тянуть с другого точки. И лишние расходы, нервы, ну и, естественно, безопасность, пожарная безопасность. Данный факт был обнаружен прокуратурой. Они сделали представление. На сегодняшний день права людей восстановлены. И аким, и руководитель ЖКХ были наказаны статьей, коррупционной статьей, 50-й статьей госслужбы о неполном соответствии занимаемой должности. Региональная комиссия рассмотрела реализацию государственных программ. Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов выслушал докладчиков по 3 основным вопросам, а именно ход реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, профессиональное техническое образование и микрокредитование молодых предпринимателей. В этом году 22 тысячи человек обратились к программе продуктивной занятости. Из них 16 тысяч трудоустроены на постоянные рабочие места. Кроме того, в рамках проекта «Бизнес Бастау», направленного на развитие предпринимательства, подали заявки на обучение 1608 граждан. Из них 1395 получили профессиональное образование. В текущем году на подготовку 1535 человек по ТИПО выделено 1 миллиард 703 миллиона. Обучение начато с 1 сентября, уже 1535 человек, направлено 26 колледжей по 23 квалификациям и 16 специальностям. Долгожданное новоселье. Усилиями руководства Алматинской области и неравнодушными меценатами региона 17 семей из Капшигая получили заветные ключи от собственного дома. Радость горожан разделила и наша съемочная группа. Одна из счастливых новоселов – семья Нурмахановых. Супруги воспитывают 6 детей. К сожалению, 3 из них появились на свет инвалидами. Уже больше 10 лет чете приходится скитаться по съемным квартирам. Теперь все трудности жизни позади. В торжественной обстановке семье вручили ключи от новой 3-комнатной квартиры. Я просто на 7-м небе от счастья. Теперь у нас своя квартира. Большое спасибо нашему руководству области, неравнодушным гражданам за такой подарок. Здесь есть все удобства. Даже установили пандус для моих детей. Наряду с семьей Нурмахановых новоселами стали еще 16 семей Капшигая. Если 11 из них получили квартиры в самом городе, то остальные в селах Шенгельде и Заречный. На строительство домов из областного бюджета было выделено 116 миллионов тенге. 15 квартир мы купили за счет государственного бюджета. Остальные 2 дома купили бизнесмены нашего города, которым я выражаю огромную благодарность, что помогает нам решать вопросы с жильем. Данные меры поддержки социально уязвимых слоев населения будут продолжены. Напомним, сейчас в Капшигае проживают свыше 1200 многодетных семей. 352 из них стоят в очереди на жилье. Азат Жумаханов, Аманжол Жонкешев, телекомпания ЖТСУ, Капшигай. Праздник в Моногороде. Текили сегодня исполнилось 67 лет. Свой день рождения небольшой городок отмечает с размахом. Фестиваль творчества, насыщенная концертная программа, открытие нового отделения поликлиники. Обо всем этом расскажет наш корреспондент.
С самого раннего утра на площади города необычайно многолюдно. Сегодня праздник всех текелийцев. С этим знаменательным событием жители города поздравил аким Бахтияров Нербаев. В своей речи он подвел итоги полугодия, а также отметил рост благосостояния граждан, рост экономики, развитие культуры и спорта. В целом в городе делается очень многое в плане благоустройства, в плане модернизации, в плане строительства. В этом году строим 40-квартирный жилой дом. И вот благодаря поддержки меценатов, спонсоров, мы приобрели 4 частных домов и подарили ключи нашим многодетным матерям. И пользуясь случаем, хочу поздравить всех горожан с этим замечательным праздником, пожелать успехов, процветания, удачи и счастья, самое главное, счастья и здоровья. Тружеников, внесших особый вклад в развитие города, местный акимат отметил благодарственными письмами. Всего учреждено 19 номинаций. В числе отмеченных предприниматель Ертай Дюсибаев. Аким города поблагодарил мецената за его многолетнюю спонсорскую деятельность в сфере детского спорта. Сегодня прекрасный праздник, день города Текели. Мне очень приятно, что сегодня и меня назвали человеком года, человеком города. Я всегда поддерживаю подрастающее поколение. Это дело я буду продолжать, потому что считаю, что спорт нужно развивать с самого детства. Надеюсь, мои труды не пропадут даром. Ко дню города приурочен и творческий конкурс. 25 его участников выступили с народными и авторскими песнями в рамках фестиваля творчества малых городов Республики Казахстан. Им вручили грамоты и благодарственные письма за то, что приняли участие в гала-концерте. Также в рамках празднования текелийские предприятия представили жителям свою продукцию на специальной выставке. Кондитерские изделия, ручные подделки и другие. Ну и главным событием в этот день стало открытие нового здания амбулатории. Если жители микрорайона Достык ходили в больницу за 8 километров от дома, то теперь получить первичную медико-санитарную помощь можно в новом просторном отделе поликлиники. Ранее врачебная амбулатория располагалась в многоквартирном доме, многоэтажном, на втором этаже, и мы всегда имели предписание о несоответствии. И вот усилиями нашего акимата, областного акимата, нам передано, куплено это здание. Это два больших здания общей площадью более 300 квадратных метров. Такими событиями ознаменовался День города Текели. Мероприятие продолжилось концертной программой. Алексей Цой, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Текели. Преемственность поколений. В стенах Казахского национального педагогического университета имени Абая прошла встреча студентов с общественным и государственным деятелем Бижамал Рамазановой. Заслуженный работник, она внесла большой вклад в дело сохранения многих важнейших документов, имеющих поистине историческую ценность. Уроженка Аксуского района поделилась с молодежью жизненным и трудовым опытом. Встреча проходила в непринужденной обстановке. Каждый мог задать интересующий вопрос. В разные годы Бижамал Рамазанова была секретарем Президиума Верховного Совета КазСР, первым секретарем Компартии по Талдыкурганской области, начальником Главного архивного управления при Совете министров КазСР. Хоть ей и перевалила за 90, она полна жизненных сил и энергии. Самое главное, чтобы в Казахстане царили мир и согласие. Я верю в молодежь. Сейчас они полны идей, сил и конкурентоспособны. Для них создаются все условия. Я как представительница старшего поколения поделилась своим опытом с ними и думаю, что молодежь почерпнет самое нужное для себя. Продолжаем выпуск. Отныне каждую субботу с 12 до 2 часов дня в стенах Назарбаев интеллектуальной школы города Талдыкурган будут действовать клубы по интересам. Их посетителями могут быть пожилые люди, находящиеся на заслуженном отдыхе и желающие интересно и с пользой проводить время. В них будут учить хоровому пению, арт-терапии, гончарному ремеслу, фитнесу, хореографии. Запуск социального проекта «Урпахтар Сабахтастыгы» для 58 людей, по мнению организаторов, будет иметь воспитательный характер для подрастающего поколения. Данное мероприятие организовано в рамках года волонтеров и приурочено к Международному дню пожилых людей. Гостям, учащимися НИШ, представлен захватывающий концерт и фуршет. Музыкальная и хореографическая группы школы показали гостям много ярких и красочных номеров. Со сцены звучали слова благодарности и признания в их адрес. В свою очередь представители старшего поколения не скрывали свой восторг и восхищение мастерством юных дарований. Ученики очень хорошие, воспитанные, грамотные, хорошо выступили. Понравилось очень.
программа хорошая, прям и танцы, и песни, хор какой хороший. Вот народные песни, вот это еще бы хотели послушать. Сотрудники пограничной службы КНБ и Комитет государственных доходов предотвратили попытку ввоза в страну крупной партии героина, сообщает Тенгриньюс КЗ. 20 сентября примерно в 11:30 на таможенном посту Жибек-Жолы надзорными ведомствами при пересечении границы на автомобиле был задержан гражданин Таджикистана, следовавший из Узбекистана в Россию через территорию Казахстана. Оперативно сработали четвероногие. При прохождении таможенного досмотра служебными собаками «Антас» и «Рига» было указано на наличие подозрительных предметов. После сотрудниками было определено место тайника, при вскрытии которого обнаружили 12 пакетов весом 12 килограмм. Льготный проезд в общественном транспорте Алматы становится все более дорогостоящим. Отныне услуга перевыпуска карты «Онай» будет стоить горожанам 1500 тенге, передает сайт телеканала КТК. Озвученная цена в два раза выше предыдущей. Такое решение представители компании мотивируют тем, что на стоимость карты влияет рост курса доллара. Вона рассказывает о том, что электронные карты для оплаты проезда производятся на заказ за пределами Казахстана. В компании сообщили, что уже 40 тысяч человек за этот год обратились с просьбой о перевыпуске карты. Большинство из них – школьники и студенты. Казахстанский боксер сенсационно выбил многократного чемпиона на первенстве мира. В полуфинале весовой категории до 81 килограмма Бекзат Нурдаулетов раздельным решением судей победил четырехкратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона Рио-2016 Хулио Сезара Лакруса из Кубы. Во втором раунде Нурдаулетов послал соперника в нокдаун. Это был четвертый случай за 5 боев, когда оппонент казахстанца оказался на канвасе. 30-летний Лакрус выигрывал чемпионаты мира в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах. Впервые за долгое время у турнира будет новый чемпион. Памяти спортсмена. В Жетысусском государственном университете имени Ильяса Жансугурова открылся кабинет в честь Саурака Садыкова. Это первая именная аудитория, которой присвоено имя спортсмена. В церемонии открытия приняли участие близкие родственники и коллеги чемпиона. Напомню, Саурак Садыков является мастером спорта по казах-куресе, самбо и вольной борьбе. Он 17-кратный чемпион Казахстана. Кроме того, спортсмен преподавал в университете и тренировал своих воспитанников. Сегодня в университете у нас праздник, большой праздник, посвященный Саурак Садыкову. Он является одним из организаторов спортивной работы на кафедре спортивных дисциплин Жетысусского государственного университета. Как преподаватель, как педагог, как спортсмен, как тренер внес огромный вклад. Я думаю, что эта аудитория будет сыграть определенную воспитательную роль. Калейдоскоп культур. В рамках такого межрегионального тура этнокультурных объединений Талдыкурган посетила делегация из Жамбылской области. В их составе члены региональных штабов молодежного движения «Жангуру-Жола», сотрудники Дома дружбы и активная молодежь АНК города Тараз. Всего около 60 человек, в числе которых артисты молодежного театра «Дулати Жастары». Юные дарования представили постановку об истории родного края. Гости из соседней области привезли интересную концертную программу, порадовав талдыкурганцев исполнением национальных танцев и песен. За круглым столом молодежь поделилась итогами работы, планами на будущее и, конечно, обсудила послание президента. В рамках визита в Алматинскую область делегация из Тараза совершила экскурсию по Талдыкурганскому дому дружбы, посетила музей имени Тынышпаева и побыла на памятнике 100 благодарности казахскому народу в городе Уштубе. Основной задачей межрегионального тура стала ознакомительная экскурсия с историей и культурой Алматинской области, которая способствует укреплению национального наследия и культурного воспитания. Совместные мероприятия между областями дают положительный обмен опытом деятельности этнокультурных объединений и возможность построения дружеских отношений между молодежью двух регионов. Цель нашей поездки – это изучение сакральных мест Республики Казахстан и реализация проекта «Казахтану». И также наша поездка, конечно, она не заканчивается именно в Талдыкургане. У нас будет продолжение в Туркестанской области. В
ходе морской пограничной операции Интерпола были выявлены более десятка подозреваемых иностранных боевиков-террористов, пересекающих Средиземное море. Операция «Нептун-2» была сосредоточена на выявлении предполагаемых иностранных наемников, потенциально использующих морские маршруты между Северной Африкой и Южной Европой в разгар летнего туристического сезона, говорится в отчете организации. Должностные лица в 7 морских портах Алжира, Франции, Италии, Марокко, Испании и Туниса провели более 1 200 000 обысков по базам данных Интерпола, в том числе в поисках украденных и утерянных проездных документов и угнанных транспортных средств. Они привели к 31 открытому делу, причем более 12 из них связаны с передвижением подозреваемых в терроризме. В Северной Америке за последние 50 лет резко сократилась популяция птиц почти на 30%. В Канаде и США число пернатых уменьшилось на 3 миллиарда особей. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на исследования американских орнитологов. Среди погибших птиц преобладают воробьи, ласточки и зяблики. Ученые отмечают, основная причина – интенсивное развитие сельского хозяйства и урбанизация. По словам исследователей, похожая ситуация и в других частях планеты. Так, во Франции за последние 30 лет в сельскохозяйственной местности исчезло около 30% птиц. Также ученые предполагают, что важную роль в гибели пернатых играет изменение климата, которое в дальнейшем может стать причиной исчезновения множества растений. Исследования показывают, что степень воздействия человека на окружающую среду беспрецедентна, а вымирание растений и животных ускоряется. Под угрозой исчезновения сейчас находится около 1 000 000 из примерно 8 миллионов видов. Руководство «Реал Мадрида» рассматривает 3 кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает «Марка». Согласно информации источников, в сферу интересов королевского клуба в качестве потенциальных преемников французского специалиста входят Жозе Мауриньо, Массимилиано Аллегри и Рауль Гонсалес, который возглавляет вторую команду сливочных. При этом приоритетом команды кандидатом на замену нынешнему главному тренеру рассматривается португалец, работавший на Сантьяго Бернабеу. Футбол сближает. В ЖГУ имени Ильяса Жансгурова состоялся товарищеский футбольный матч. В нем приняли участие первокурсники и администрация вуза. Это спортивное мероприятие проводится уже как 3 года. Основная цель – укрепить отношения между руководством и студентами вуза. Подобное мероприятие не единичное. В дальнейшем планируется проведение турниров и по другим видам спорта. Добавим, спортивное мероприятие организовано в рамках Года молодежи. Товарищеский матч, посвященный Году молодежи. Конечно же, еще по распространению спорта среди молодежи, товарищеский матч у нас уже проходит 3-й год подряд. И это особенно будет влиять молодежи к любовь к спорту и здоровому образу жизни. В Талдыкургане состоялся республиканский турнир по панкратиону. Около 500 спортсменов со всей страны приехали побороться за призовые места. 120 бойцов представят Алматинскую область. От происходящего на ковре захватывает дух, особенно когда выступает спортсмен из ЖТСУ. Мирас Уалиев, чемпион Казахстана по дзюдо и хазак-курюсы, в панкратионе дебютировал впервые. Навыки и техника единоборств дали о себе знать. Красивые броски, тактические удары помогли победить в первом поединке. Ну, первый бой нелегко. Немножко устал, потому что я базовый борец. Дебютировал здесь. Ну, вроде неплохо. Тренировались только месяц и вышли. Проверить себя, развиваться, чтобы в другом сфере тоже. Бой был сложный, дыхание сбилось, потому что я сам дзюдоист, мастер спорта по дзюдо, по хазак-шакрёс. Ну, ощущения не передать словами. Адреналин играет, другая атмосфера, другой спорт. В этом году весовых категорий как никогда много, целых 90. Проходит турнир по групповой олимпийской системе. Победил – проходишь дальше, проиграл – выбываешь. Всего 2 раздела панкратиона. Около 500 спортсменов возрастной категории от 10 лет и старше попробуют свои силы под двуноправлением этого вида спорта. Панкратион Традишн – частичный контакт и панкратион Элит – полный контакт. Сегодня у нас проходит Кубок Казахстана по панкратиону.
Первый день традишн, второй день элит. Два раздела панкратион. У нас есть хорошие ребята, чемпионы Казахстана, призеры мира, чемпионы Азии есть. Это Рахимбердиев Бекет, это Гусейнов Абиль, это Болатхан Улыжомарт, есть такие, Лукьянчук Виталий. И много-много еще подрастающего поколения. Победившие на этих стартах получат звание мастера спорта по панкратиону, а также по праву будут считаться чемпионами первенства Казахстана. Алексей Яйцо, Ержан Дюйсен, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание, хороших вам выходных, до свидания.